Всем добрый вечер. Сегодня ездил на работу, в бойлерную зашел и отпилил пару таких железных вроде бы вентиля крана. Но сверху здесь алюминий, и здесь внутри должна быть бронза. У одного и у второго. Попытаемся достать. Где-то у меня здесь плоскогубцы были. Ох, как тут все приржавело-то плотно. Да, я вот вижу сейчас то, что внутри вентиль бронзовый. Гаечка железявая. Сколько там лет оно все это стояло, гнило, мерзло и так далее. И наконец-то оно пойдет теперь в дело. Надеюсь, какую-нибудь копеечку принесет в бюджет. Так, шайбочка, гаечка железная. Ну, это моторочка. На. В алюминии пойдет. Так, тут у нас все подржавело. Или я не знаю, что тут покрыто все конкретно. Сейчас попробую сначала плоскогубцами открутить. Чем черт не шутит, вдруг открутится, а? Что-то даже не... Ну-ка. Обстучим немножко. Вот так вот. Освещение упало. Поправим. Да. С первого дубля запись не пошла. Так, ладно, сейчас здесь посмотрим. Здесь тоже все откручивается. Ну, сначала должно быть хорошее, пока гаечки откручиваются. Гаечка с шайбочкой металлические. И еще один вентилечек алюминиевый. Еще со стрелочками. Так, да, тут бронза видно. И сверху гайка бронзовая. Так, ну-ка сейчас... Этот я постучал чуть-чуть. Сейчас попробуем его на ключ взять. Ну, сначала, естественно, самым простым способом. Что-то не идет. Дубль 2. Так, подожмем ключ. Thank you.
Опа, пошло. Пошла, родная. Так. Отверточки здесь нет у меня. Ладно, не взял. Тут какая-то прокладочка внутри, но это ерунда все. Она спокойненько достается. Да. И она внутри, вон резьба тоже желтая, бронзовая. Цветничок тоже откладываем. Так, что у нас дальше? Так, дальше у нас что-то тут еще откручивается. Что-то тут вообще болтается. О, это железо ржавое. Понятно. Ага. А вот здесь я попадаю. Тут. Тут, кажется, железо. Да. Вот это железное все. А внутрянка бронзовая. Ну, сейчас попробуем немножечко обстучать. Для порядка, так сказать. Чтобы побыстрее раскрутилось. Блин, молоток у меня такой шикарный. Опять его замачивать надо. Так. Так, ну-ка теперь попробуем. Пойдет, не пойдет. Не хочет. О, не хочет что-то. Так, сейчас мы попробуем чуть-чуть вот так вот. Сорвет и сорвет. О, не срывает. Ладно, помучаюсь, включусь попозже. Так, ну этот что-то, ну, тут он прикипел за время. Хорошо. Пока отложу его. Не знаю, может его чем-то отмочить. Кто знает, подскажите. Я просто не в курсе. Никогда ничего не отмачивал. Взялся за второй. И у второго вот откручивается болтик. Открутился он что-то. Во всякой ерунде тоже. Вот тут всякая накипь. Ладно, оставим немного накипи, и она у нас пойдет. Засор же у нас высчитывают. Вот и пусть будет немножко мусора. Вот вторая такая бронзовая гаечка. Так. Есть. Так, так, так. Тут еще у нас такая же ерунда.
И она вот тоже свободно ходит так. Да, снимается. Так, ладно, сейчас я эту железочку сниму и буду пробовать дальше. Так, ни ключом никак не идет. Но у меня есть очень тоже старенький, ржавенький помощник такой. Типа как газовый ключ. Второй номер. Тоже старый, древний, не знаю откуда он у меня валяется. Но есть вариант им попробовать. Открутить. Сейчас будем пытаться. Ребята, смотрите, как эти штучки прикипели, а хорошо. Мне аж кусок ключа газового отломился он. Осколочек, а? Фу. Так, придется резать их по ходу болгарочкой. Не зря же я ее все-таки приобрел-то, а? Так, не откручивается никак, пробовал всяко разно. И таким ключом, и всякими. Ни в какую. Походу мы сейчас вот здесь просто-напросто по кругу это все дело срежем. Так. Обязательно защита. Очки одеваем. Так, все это дело мы по кругу надпилили. Сейчас попробуем отломать. Если получится, конечно. Вот так вот. Все, это у нас чисто в металл пойдет. А это еще посмотрим, что с этим, как оно выкручивается. Выкручивается оно, походу, довольно-таки легко. Возможно. Но еще непонятно. Да. Ладно, сейчас выкрутим. Посмотрим, что там такое. Короче, не откручивается нифига. Подрезал немножко. Горячее все. Да, горячее. Да не так все просто, как кажется. Ух. Нагрелось хорошо. Голыми руками не особо-то возьмешь.
И чисто так тупо отломал. Тут вообще интересно. Не пойму. Так, ладно. Теперь надо достать этот шток. Попробуем все-таки в эту сторону его выкрутить. И ничего у меня не получается. Ну тогда в ту. И в эту тоже все походу. Да что ж такое-то, а? Неужели мне придется резать всю эту ерунду? Что-то идет, но еле-еле. Так, ладно. Пока откручусь, докручу, покажу. Докрутил все-таки. Все, это у нас кусок бронзы. Это все железо в металлолом. Так, бронзочка сюда. Это у нас тоже, естественно, все в металлолом. Да, конечно, металла мало с этого цветного. Но все-таки. Так, вот это у нас тоже бронза. Но с этой стороны еще гаечка. Попробуем открутить. Ну, естественно, здесь ничего не откручивается. И я ее тупо спилил. Отломали гаечку. Ай, все горячее. Здесь у нас всякие прокладочки. Так, ну и вот это у нас тоже кусочек бронзы. Тоже пойдет в копилочку. Ну и то же самое все мы проделываем вот с этим вторым таким же краном. Дальше я, как его пилить и так далее, я вам показывать не буду. Тот же самый процесс. Ну и с этого, вот с одного вот этого краника разобранного, что мы взяли? Вот именно с него. Бронза. Бронза. Еще кусочек бронзы. Ай, горячий еще. Ну и один краник такой алюминиевый. Ну и то же самое у нас выйдет со второго. Бронза, конечно, ерунда. Но интересно. Во всяком случае, мне. Так, весы по нулям. Ну, зато 103 грамма у нас с этого крана есть. Также и со второго. Ну, понемногу, понемногу. Здесь 100 грамм, там 100 грамм. И, глядишь, будет 200. В итоге с этих кранов у меня выйдет примерно 200 грамм бронзы. А 200 грамм, это у нас бронза, кажется, по 150. Ну, и того. Это сколько? 30 рублей получится. Всех благодарю за внимание. Всем пока и всем удачи. С наступающим старым Новым годом!